Добрый день, дорогие друзья, садоводы и дачники. Мы продолжаем с вами открытый и честный диалог. И я хочу показать вам весеннюю поставку чудесной Эрики. Посмотрите на эту прекрасную, волшебную, чудесную, невероятную Эрику. Она станет настоящим украшением вашего сада. А в данный момент сотрудники агромаркета продолжают принимать это волшебство для ваших садов. Ну а мы же переместимся в нашу студию и более подробно поговорим о этом растении. Давайте продолжим наш разговор об Эрике. Это раннецветущее весеннее растение. Оно вечно зеленое и относится к большому семейству вересковых. Прошу не путать его с вереском, потому что это разные растения. Эрика цветет весной, что мы можем сейчас и наблюдать. А вереск цветет осенью. Еще одной отличительной особенностью эрики от вереска являются вот такие игольчатые листья. У вереска листья более лиственного характера. Эрика прекрасно украсит ваш сад весной, а вереск осенью. Вы можете сочетать эти растения и высаживать их в групповых посадках. Эрика будет цвести весной, а осенью ее сменит вереск. Кстати, они отлично растут рядом и не мешают друг другу. К тому же требования к почве у них абсолютно одинаковые. Где же можно использовать это чудесное растение? Вы можете высадить его в саду среди низкорослых растений, так как эрика сама по себе очень невысокая. Средний рост это где-то 30-40 см. Также вы можете оформить бордюр с помощью этих растений или же украсить ваш ракарий. Хорошо эрика будет смотреться и на скалистых склонах, а также на открытых солнечных местах с песчаной почвой. Многие садоводы при посадке эрики сталкиваются с некоторыми проблемами. Она быстро засыхает. Это связано с тем, что эрика любит очень кислые почвы. Поэтому не забывайте подкислять почву для того, чтобы ваше растение хорошо развивалось и радовало вас красивыми цветочками весной. Если у вас есть несколько кустиков эрики в горшочках, вы легко можете ей помочь с помощью простого лимона. Вот половинку лимона вы можете выдавить в пол-литровую баночку водички и этим раствором поливать ваши растения. Также не забывайте поливать их подкисленной водичкой после того, как высадите в открытый грунт. На нашем сайте представлено несколько различных сортов этого чудесного растения. Например, у меня сейчас есть Golden Starlet, Isabella и Challenger. Совместив вместе, может получиться отличная композиция. Заходите на наш сайт и сделайте ваш выбор. Тем более, что на сайте сейчас действует отличная весенняя цена. И, кстати, не забывайте, что мы с вами играем в прятки. Находите кодовое слово и экономьте на ваших покупках. А еще я хочу представить вам нашу новинку – гаултерию. Хотите больше узнать об этом чудесном растении? Ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите ваши ответы в комментариях. Всем пока-пока! Что это? Ой, это хеба, это наша новинка. В скором времени она будет уже у нас на сайте. Прикольно. Очень красивое растение.